Начинаем новую рубрику «Битва построек». У нас есть две команды, которые будут строить военную технику. Мы команда «Арбуз». Красная армия, я мелкий, поэтому я с мечом. Давайте начинать. У вас будет целый час на то, чтобы построить военную технику, которую вам выберет наше любимое колесо. Я его не люблю. Я тоже. А, ну да. Вон там у нас будет находиться синяя команда, а вон там красная. Сначала мы определим, что ты будешь строить. Все разные строим. Да, вы все строите разные. В синей команде есть ракетница, вертолет и БТР. Что теперь у нас в красной команде будет строиться? Сейчас мы узнаем. Есть ракетница, ПТ-САУ и корабль. Посмотрим, что у вас получится. Агуша снова стал примером для подражания. Смотрите на его машину. Он это за 30 минут сделал. Такую мощь. Уже прошло половина вашего времени, а точнее 30 минут. Третья мировая началась по звукам, я не помню. Нет, что? Фа-портал, что это за машина? Это типа Гриль 15 или Вафендраген? Вафля. О, вафли. Вафли. Вот это кораблик. Да, я тут даже не помещаюсь. Просто он это съел Агушу. Так, а вот Агуша, про которую я говорил в самом начале. У него, смотрите, какой корпус. Какая башня, какие пушки. Ну, пушки это ладно. Так, теперь посмотрим, что там у синих. У красных, да, боевая мощь. Корабль поедет, всем синим конец. У ракетницы тоже мощная. Вафелька. Я съем вафельку. Так, здесь у нас есть уже боевой вертолет, судя по лопастям. Да, что-то отвалилось, ну ладно. Ну, вроде похоже на вертолет, да? Хотя больше на сани похоже. Это ПТР-152. Да, очень не похоже, но это оно. Похоже на машину. Слушай, я тебе говорю, что это как машина практически. А где пушки? Я еще, блин, я его даже не сделал почти. Стой. Я знаю, как тебя счетерить. Зырь, ставишь такие штуки и таранишь всех. Хорошо. Что это за бомба? Это бомба атомная, по-моему. Ядерная боеголовка. Ядерная? Я вас просил устроить бойню, а не ядерную. Ядерная боеголовка государства Вимч. Я ему предоставил специально для его. Парь бомба. Сейчас на тебя бомба упадет. На паштет голубой. А, паштет за нас, короче, ребят, все. Ну, да, у него синий корабль. Он, наверное, сделает специально синего цвета, чтобы потом замаскироваться и вас разбомбить. Вот именно. Все, мы паштет, мы тебя раскрыли, сдавайся. Дыня, ты что сделал? Это мусор какой-то уже. Это противопаштетовая установка, понимаешь? Ты не сможешь ими всеми управлять. У тебя одни будут стрелять в сам вертолет, другие будут куда-то в космос стрелять, а третьи только попадать. Ну и что? Прошли еще 30 минут, давайте посмотрим, что вы здесь такое построили. Это, по идее, должен был быть БТР-152. Ага, это вертолет. Это уже не ракетница, мне кажется. Это уже ракета. Мне не нравится, куда она смотрит. Я внутри боевого вертолета синих. А что у него пропеллер-то не крутится? Интересно. Да там рычаг надо включить. Все, зверь крутится. Летающий вертолет взлетает. Да. Огонь по порталу. Ой, домик, ты зачем по своей же территории бьешь? Ты что творишь? Ты пристрелил одного зэга. В смысле? Тут было 4 зэга, теперь 3. Я не мог. А где был? А где 4? Зэк бывает только один. Этим вертолетом так неудобно управлять. Да, Даник, я бы твой вертолет не знаю, как ты им будешь управлять, тем более уничтожать всех. Я оценил бы этот вертолет на 7. Он разбился. Мне это уже совершенно не нравится. Так. У меня ракетница. Точнее, Шерман с башни от ракетницы. О, прикольно. И что же твоя башня от Шермана умеет? Ой, то есть башня от ракетницы. Умеет поворачивать на колесах. У него поворачивается башня. А стрелять-то может? Вот. Мощно. У него еще против еще пехотная система. Какая? Противопехотная. Ты как? Ну вот, смотри. Вот есть у нас фулл-портал, да? Да, вот он. Ой-ой. Очень интересно. Короче, нет у меня противопехотной системы. Ладно. Порулить сейчас дам. Можно я уничтожу кое-кого? О, он маневренный, кстати, да? Так, вот мы, типа, как стрелять? Прям в упор.
Мощно. А сейчас мы проверим его на прочность. Ой, не надо. Меня обстреливают. Давайте сейчас будет грандиозная битва. Ракетница Агуши против БТРа. 152 от Арконуса. Файт. Да стой. Это что было? Ты удалил? Ой-ой-ой, это что за машина? Не надо. У красных есть огромный корабль, который может уничтожить все своими орудиями. Также у них есть вот такая вот ракетница мощная. Посмотрим, кто из вас победит. Синие, какая у вас тактика победы красных? Что-то сделать. Слушаю генерала Арконуса. Че он думает? Моя тактика заключается в том, что... Никакой тактики нет. Ведем себя непредсказуемо. У нас ПВП качает! Так, битва начинается через 3, 2, 1, 0. Все пытаются сбить вертолет. Что там взорвалось? Так, вертолет все еще находится в небе и спокойно обстреливает всех. Вафелька вообще ничего не может сделать. Ух, смотри на вертолет. Смотрю. И ничего нету, я согласен. Не могу попасть в него! Он вращается внутри себя! Я что? Вертолет держится как герой прям. Вертолет обстреливает корабль опять. Вертолет на земле. Вертолет, короче, держался как герой, но его подбил. Злобный фау-портал. Пауза только в конус. Нет, корабль расстрелял вертолет. Где твоя машина? Да она не загружается, поэтому я иду как-то, как блин. Ребят, помогайте, прошу, помогайте. Давайте второй раунд. 3, 2, 1, 0. Начинается бой. Арконус стоит и бежит в свой транспорт. Арконус начинает стрелять по всем. На тебе! Кто ты? Гуша! Так, нет, у меня БТР, во! Все зависло просто. Все зависло. А, я ухожу в воду. По земле плавает. Оу, как ты увернулся? Да, плохо увернулся. Меня в баште упал, его корабль, видели, как улетел за карту? Мать, я понял. Пытаюсь, у меня просто два колеса не работают. Я на ремонт. Это нечестно. Агуша убегает. Мощная самоходка. Корабль, видели? Корабль стрельнул по тебе. Он просто машину как видео как выбросил. Эта машина уже больше не поедет. Получил Арконус. У синих остался только вертолет. Да. Уф, все, крейсер пробил вертолет насквозь. Ну что, красные победили? 2-0. Что ли там? По порталу покажи свой танк. Смотри, вот здесь шипы. Они очень годные. Вот здесь пушки очень годные, кстати. Это типа вафля, да? Советская. Да. Вафля же немецкая была. Так, этот твой танк умеет стрелять. Это хорошо. Да. Впереди еще есть таран. Включи-ка ПВП, сейчас мы его проверим. Пол-код. Опа! Проезжаем и тараним танк насквозь. Ой, все. Ну и на этом все. Спасибо за участие Арконусу, Дыне, Монолиту, Фау-Порталу, Агуше, Паштету и серверу за то, что он жив до сих пор. И, короче, всем пока. Ребята, всем пока.